Югорские хоккеисты сыграют с Минским «Динамо». Сегодня в рамках регулярного чемпионата ХК «Югра» проведет выездной матч с хоккеистами Белоруссии. Обе команды в турнире сыграли по 35 игр. История личных встреч насчитывает 15 матчей. Из них 7 побед одержали югорчане. Если они будут играть с тем же настроением, что и с «Юкеритом», то болельщики вполне могут надеяться на продвижение «Югры» в турнирной таблице КХЛ.